Итак, все приветствую на нашем канале Серж ЗТ. Так, и у нас сегодня очередная партия посылок с сайта AliExpress. 3 штучки. Сейчас мы быстренько распакуем, посмотрим, что же нам наши друзья китайцы прислали. Так, посылочки все до $1. Так что тут 3 штучки, там много их заказал, мы приходим все 3. Так, здесь у нас, нижнее белье, больше ничего нету. Нижнее белье с принтом котик. Такие вот у нас. Такие вот у нас вот тут, можно сказать, трусики. Какая-то ниточка прилепла. Так, что тут можно сказать? Ну, ничего сказать не могу. Труси, как трусы, такие вот красивым котиком. Стоимостью они там были меньше $1. Заказы Китая. Так, вот этот товар я уже, в принципе, знаю. Тут автотовар. Заказывал, самое интересное, 2 разных магазина. Пришли в одно время и отправились в одно время. Наверное, один и тот же продавец. Один и тот же продавец. Просто торгует 2 магазинов тоже. Товар тут до $1. Положил вот такой вот у нас тут. Так, машина наша. Сканируйте QR-код с помощью приложения AliExpress. Получите скидку на большие и скидки и VIP. Так, посмотрим. Так, здесь у нас автозарядка. Вон она, таки на вид симпатичная. Сразу открою. Посмотрим, что же здесь у нас. Должна быть, по идее, такая же самая. То же самое, видите, тот же самый купончик. Тут написано КНР, тут АИСТ. Тут КНЭП. КНП. Видите? То есть, походу, торгуют. О, еще и нам подарочек, брелочек вот такой вот. Большое спасибо. Продавцу, кстати, товар до $1. Видите, точно такой же самый. Точно. Ссылки на продавцов будут в описании. Смотрим, заказываем. Видите, хороший продавец нам подарочек положил. Такой вот брелочек. Симпатичненький. Красивенький. Вот такой вот брелочек. Так, смотрим сейчас. Эти 2 зарядочки. Как они у нас тут открываются. Так, ну что ж могу сказать. Это пластмасса. Это, хотя холодная, наверное, какой-то алюминий или что. Но коко написано. 12-вольтовый, 5 вольт, 2 ампера. Тут написано 2, 1,0. Вроде бы ничего не кривенько. Все красивенько. Сейчас посмотрим другое. Автозарядку. Проверить, увы, не смогу. Потому что снимаю дома. Тоже то же самое, но кококо. 12 вольт. 5 ампер, 2,1 меды инчина. Такое же самое, это все дело у нас холодненькое. Написано 2,1, 1,1 ампер. Так, вот таких вот подарочек, за что будем большое спасибо. Поставим этому продавцу. Это у этого было все. Вот. Такое вот. Вот такие вот у нас сегодня посылочки с сайта AliExpress. Так, что здесь принт? Принт такой довольно такой интересный. Не такая, не с бантиком. Вот и трусики у нас детские. Детские вот такие вот трусики для девочки. Очень, думаю, будет симпатично выглядеть. Ну что ж, ставим лайки, подписываемся на канал. Будет еще очень много интересных посылочек. Заказал я очень много на супер ихнюю скидку 11.11.11. Тут их намечается Черная пятница. Посмотрим, что они нам предложат, китайские скидки на Черную пятницу. Что ж, не забываем лайкать, подписываться, жать колокольчик, смотреть дальнейшие мои видео. Всем пока, до новых встреч. Так, старты.
переместились мы в автомобиль. Будем проверять вот такие вот автомобильные зарядки. Вставляем прикуриватель. Так, что у нас тут? О, так вот вставили. Пробуем наши зарядные. Без ключа у нас, да? Сейчас выключим зажигание. Так. При зажигании у нас сразу пошла зарядка. То есть все работает отлично. Что у нас здесь показывают данные? Показывает, ну, что выдает 0.34. Так, в принципе, все работает, выдает нормально. 5 вольт выдает. Все остальное зависит, в принципе, от шнура и от этого. В принципе, такая вот штучка. Автомобильная. Сейчас мы проверим сразу же другую же. Такая же самая. Тоже вставляем. Светочка, мы видим, вставляем зарядка, то есть сразу же телефон заряжается, видно, выдает у нас тоже те же самые параметры, тоже чуть похоже, 4,8, 0,34. Выдает 4,8, даже это тот лучше, вот здесь есть подсветка, там подсветки нет, да? Подсветочка. Сейчас еще раз. Ага, здесь тоже есть подсветка синенькая. Вот такой вот. Штучки работают. Выдает 5,8, 2,1 ампера. Ну, я, честно говоря, я, может, не в то гнездо вставил. Сейчас, ради интереса, еще проверим это гнездо. Где написано 2 ампера. Показалось, так снимать нету. Показывает 34, 5, 1 вольта дает на 3-4 ампера. Ну, я говорю, может зависеть от телефона, может зависеть от всего. Ну, эта штука работает. Прикуриватель. Переходите по ссылке в описании. Там все есть. Там все есть. Ссылки на данный товар можете заказывать, стоимость, я посмотрел, их заказывал вообще за 39 центов. Также можете заказывать без всяких проблем. Ну что ж, не забываем подписаться, ставить лайки, жать на колокольчик, будет много видео интересного. И все, идем. Все, пока.